Да, давай, я считаю. Готов, поехали. Один, два, три. Камера, мотор! Дорогие друзья, всем здравствуйте. Сегодня совместочка с ГХГ. Привет. Всем доброго времени суток. Это антихолдик. Холдик, антихолдик. Это наши новые проекты. Арам создал свой второй аккаунт под ником антихолдик, типа протест на донат. Я решил да. поддержать эту движуху и создал тоже аккаунт без доната. И сегодня... Только назвал его Holding Best. Да не я его называл. Да я знаю эту историю, конечно. Короче... Да, типа ЧСВ. Ну, блин, но оно все равно внутри как-то ЧСВ есть, поэтому я ему подсказал. Есть у всех. Слушайте, ну так как я вот смотрю в профиль его, у него 5900 кубков, так как у него больше трофеев, означает он... будет жестче играть, и значит, будет он меня бусить, а не я его. Ну, логично, ну, по логике зрителей, ну, типа так. Это так работает. У кого больше кубков, тот и бустер. А, да не-не-не, у кого больше кубков, тот и бустер. Короче, сейчас будет дуо весело, ребята, поэтому запаситесь вкусняхами, да? Поставьте лайкосы. Мне надо 18 кубков. 18 кубков. Пацаны, с вас 18 тысяч лайков, с нас 18 кубков. Подписочка на наши каналы. Увеличиваем шанс на легендарку, увеличиваем все подряд. Подписываемся. Шо, отвлечемся на рекламную паузу и пойдем катать. Нет, да? Еще поставьте лайк, если хотите принять участие в розыгрыше легендарного пака. Блять. Ну да, это на канале ГХГ разыгрывается легендарный пак. Идите, раскуркуливайте его. Что, уходим на рекламную паузу или не уходим? Да, да, включаем. Уходим, поехали. Поехали, поехали. Я просто думаю, Бо и Джесси, мы же ватные прям. Нас там какая-нибудь роза, если защемит где-нибудь, двоих уделает. Ну, у тебя, видишь, все ближники, которые на ну, короче, которые подходят, они у тебя 400-500 кубков, поэтому у нас тут выбор такой, что будем тащить, значит. Я думаю, что справимся. Такие кубки, я думаю, нам под силу. Тем более, ну, мы же теперь без доната, мы же теперь на скилле, пацаны. Ты вспомнишь, что... Да мы по жизни на скилле. Ты помнишь, что мы всегда сначала тупим с тобой, только потом разыгрываемся. У меня то же самое, да. Даже всегда, да. Но сейчас мы, я думаю, затащим. Оп, смотри, я ставлю тарель. Да. Все, зажмем их сейчас. Конечно, изи. Опа, вообще. Оп. Минус. Я уже внизу ее встречаю. Она никуда давай, не денется, взял. Она настолько примитивная и минус Тима, ребят. Вот вам, что значит сыгранность. Боже, столкновение, что за бред? Вот что значит играть с антихолдиком. Я нашел дополнение своему дуо. Слушай, а в чем прикол? А как так быстро они друг друга? То есть там сейчас должна быть команда, и у них должно быть дохрена ящиков. Я пока не вижу команды. А, 8 пана. Ой-ой-ой. Буду тащить. Это? А, это Пайка. Красавчик! Ой, я выжил. Такие вещи делать? А я не знаю, я сам не понял, что так можно было. Крутился вокруг турели, короче. На 3 секунды не мог подождать так. Да, она не убьет. Не, чтобы я взял баночку. Поехали. А, баночку. Да, не подумал, извини, ЧСВ. Ой-ой-ой, я что, сейчас опять умру тупо? Пом. Минус. Она где? Мари, оп. Она задолбала меня убивать. Ку-ку, ёпта. Красава. Оп, один. 10 или 9 дают сейчас? Я все время путаюсь. 9 за дуо. Да. 9, а мне надо было 18. Нам еще один тупо один. Тупо один, топ один, тупо один. Вообще изи, поехали. Хоть 10 топ один. Не меня, ничего? Мне нормально. Я на Джесс играю, ты как хочешь. Ну давай, я опять бол возьму. Поехали. Мне скоро Поко на 500 апать. Поко на 500. Не, это круто, Поко нормально. Ну ты доволен новым проектом? Да. Ну, в плане интересно, согласись. Мне интересно. Не... Ну смотри, я получаю кайф от нового персонажа, когда выбиваю. То есть нету такого, что типа, да я и так его получу, потому что смогу задонатить, знаешь? Ну да. Но с одной стороны это бесит, у меня до сих пор ни одной легендарки нет. Добро пожаловать в круг неудачников, в общество неудачников. Не, ну слушай, ты так ближе к зрителям, ближе к народу, знаешь. Спустился с небес.
Не, ну честно, это обидно, когда вот ну реально не выпадает. То есть ребята играют. Конечно, фармят там. Нашел как-то. Месяцами. Далеко от меня. Боксы, им нихера не падает. Я вот недавно записывал ролик, самый невезучий аккаунт. У чела 15 тысяч кубков и не было мифика в лейках, прикинь. За что его так жизнь не любит? Меня тут поджимают, спасибо. Я кинул тебе там в помощь. Да он сейчас сдохнет от ульты. А я карта убью его. Все. Блэд петушок. А! А! Убил. Живой? Да. Ой. Там Леон. Поку пошел на тебя. Живи я тут. Так, живем. Сейчас, походу, твоя турелька убьет его. Да. А, есть. Все, остался Леон там. Да че ли? Ой, как не бил. Он в инвиз ушел. Куда я его добью? А? Ой. Ладно, ладно, ладно. У меня почему-то музыка еще слетает. Раз. Слушай, что за бред? Где он есть? Леон слишком жесткий. Да, вблизи очень жесткий урон, согласен. Да тем более 9 банок, блин. Так, ну пока минус. О, да изи, все, он сейчас на твоих минах взорвется. Топ-1. Без разогрева вообще. За 5 минут это самый быстрый буст, который вообще был. Итого мне ГХГ бустанул 11 ранг. Я думаю, что на такой волне. Давай играть до поражения. Ролик может быть час, 2 часа. Играем до поражения. Давай, чтобы для поражения я возьму того, кем я точно солью. Подожди, я на 6 тысяч кубков мега ящик открою. Мало ли, может быть. Сейчас выпадет что-нибудь. Мега ящик. Пацаны, быстро летите, смотрите, что ему выпало с мега ящика. Ссылочки на ролики наши в описании будут, я забыл. Да, так. Конечно, чтобы вы видели, кому как интересно, какими глазами. Да. Слушай, не, к сожалению, ни хрена не выпал. Ну давай возьму Пенни, у сколько нас у тебя бойцов? 17 бойцов? 17 бойцов? А, у тебя сверхредкие-редкие. Не, ну нормально. Круто, 17 бойцов. Уже наоткрывал. Еще ни одного эпика нету, да? Жесть. Знаешь, как руки чешутся иногда прям задонатить? Я прям вижу эти все. Да. Да я чувствую, когда-то сорвусь, блин, по пьяни зайду, блин, задонат. Поехали. Так, ну мы сейчас их очень быстро заберем. Опа. Оп, с рикошетом. Вот это изи, Тима, минус. Слушай, а я их отпустил. Я не отпущу. Эй, а чё он мантит? Сука, антихолчик. Как он так замантил? Да ну нафиг! Да блин, падла, реально. Скакал? Сара. Ой. Да это моя вина, я его отпустил. А ну, лови турель. Есть, убил. Давай его, короче, его преследовать, слушай. Ну, как, на каких-то читах, блин. Меня бесят вот эти вот дебилы, которые преследуют тебя всю игру. А, да. Ой, мне тут ульта прилетела. Ну, теперь станем одни из них. Ну, мортира стреляет. Ой, там... Где мортира делась? Все, нету больше мортира, ее Брок уничтожил. Ладно. Давай тусить, ждать. Или пойдем убивать. Мы жертвы или охотники? Ну давай, короче. Вот, би-би-би-би-би-би. Бля, что это? Что она тут стоит? Блин, мне это Пенни напоминает Марио. Ой, живи. Я там... Ух ты, сука. Ух ты, минус. Отлично. Я что-то на секунду подумал, что сейчас Биби меня толкнет, и если я к тебе долечу, я тебя убью тем самым. О, вот тут в углу. Мортир вон лупит по примату. Минус. Есть. Может Easy. Поставить новую? Типа с 9 банок мортира будет. Как хочешь. Ай, через монетки не приноси мне. Я по КД ставлю вообще, блин. Как только набил, новую ставлю. Живу. Фрэнк, откуда он взялся там? А, примат был с Фрэнком. Да. Прикол. Ладно. Ладно, ставлю. Сука, бедный примат. Так, готово. А чё это тут стоит? Вылезай. Давай поиграем с тобой. О, еще Леончик. Вот, оп, чик. Оп. Чё, опять изи топ-1? Я не знаю, это может бесконечно. Это, походу, бесконечный ролик. Давай ты возьмешь ближника. Не, бесконечно это не... В себя поверил, что ли? Смотри. Все наши предыдущие совместки по БС, они, как правило, были, ну, типа такое, первые 5 каток сливаем, потом... Пока притрёмся, да. Да, потом это вырежем, то вырежем. Ну, да бери розу, бери розу, если хочешь поражение. Нет, или давай тику возьму. А, ты прям, ну, бля, ладно, давай. Или тик, ну, тик слабый без... Да я ж за это и говорю, это сейчас начнется, блин, порево, ну погнали. Пам-пам-пам-пам.
Порево? Ну вот, давай, я за Порево. Я ненавижу этого персонажа. Ну, он, пассивка у него реально очень крутая. Он бессмертный. Отхил который? Ага, ну да. Но шо, только пассивка. Пойду. Ну да, только пассивка. А так он... Ну, у него слишком долгая задержка вот этих бомбочек, мне кажется, прям. Да, их надо нудный быстрее перс. Делать. Ты ко мне придешь, тут ящик? Бегу, бегу, бегу. А то тут... Барсик, ялок. Так. Наши ящики. Ай, меня сейчас Леон убьет. Блин, я не умею на этом тике откидывать под ноги себе. Умеешь? Нет. Я на нем автоатачу. Да я вообще его еле апнул, блин. Такое, я же говорю, мне не очень он нравится. Так. Так, это что такое? Это минус рикошет. А сколько у тебя на основе кубка? У тебя... А я как их забил на основу, там 10 тысяч так и нету. Опа, у тебя Твинкс перегонит основу, да? Чё, так, я буду... Говорю, Твинкс скоро основу перегонит. Ну, по сути, да. Да мне что-то как-то на основе наскучило. Ну да, там типа, я тоже вот это получил все, типа, нелегально, скажем так. Хочу все честно, честным путем выбить всех персов, Легу. Блин, выбью Легу без доната, все, это... Да, да. Шах и мат. Я даже до сих пор там, я думал на всех персонажах 500 набить, потом такой, ну его нафиг. Ой, ну, я выжил? Я думал, я умру. И оп-оп-оп-оп-оп-оп. Моя тарелька добьет ее. Да-да, давай, родная. Тарелька просто ее уничтожила, воу. И тут, смотри, нет поражения. Представляешь, если кто-то из русскоязычных игроков не знает нас, играет и читает анти-холдик, холдик бест. Что это такое? В натуре два холдика. Причем один... Кальтан, на кальте я вообще играть не умею. Кальтан. Я все так же остаюсь верен Джесси. Но мне просто тут некого брать. Я тут... Хотя я возьму... Не, Динамайка не хочу. Могу Шелли взять. А, нет, Дэрила возьму. Вот, у меня на Дэриле всегда жопа. Не, нормально, мне нравится. Я пока кайфую. Поехали. Я никуда не тороплюсь. Это если у тебя там какие-то планы, тебе надо менять персов. Я тебе Розу, говорю, возьми или Шелли. Будет сложно на таких кубках. Ну как сложно, относительно. Посложнее, чем вот с этими овощами сейчас играем. О, Дэрил, да. Ну, Дэрил, это тоже вот такое себе. Да, такое. Он раньше был сильный. Ну, когда ему, да, урон сейчас порезали. Опа. Так. Ой, нет, их тут двое. Ой, шеф, опа. Ой. Тихо, ой, братва. Подожди, тут еще одна команда. Что, Эминем? Так, надо Эминема убить. Там, а что-то там. Ой, ютубер турецкий. Блядь, сука, он попадает. Блядь, он попадает. Это был ютубер. Бля, поражение. Подожди, сколько у тебя больше всего кубков? Давай сейчас по приколу ты возьмешь самого своего максимального, а я своего максимального и сыграем. Давай. Брок у меня. Ну, давай, мы постараемся. У меня 290 золота. Это будет последняя карточка, вот сделаем по красоте. Поехали. Ты на Шелли на этой карте? Ну, блин, по приколу. Самого, типа, у кого больше всего кубков. Как раз у меня сейчас будет 2700. Поехали. Если 3 кубка мне надо. Не, если ты так люто хочешь проиграть, то сделай это без меня. Да ладно, что ты не веришь в себя. Поехали. Все хорошо. Пам-пам-пам. У меня есть ролик, где я эти 500 брал на нем с третьей попытки. Поэтому я помню всю эту боль. Мы в центр идем или... Забирай этот ящик. О, давай. Пускай подходят. Шо тут? Кто тут на 500 кубков играет? Поехали. Вот этот что-то. А чё он такой этот? Рак. А ну ультуй. А, не хочет ультовать. А, не, ультует. Во, придурок. О! Достал. Хорошая ракета. Отлично вообще. Ай, Нита, сука. Бля, Динамайк мне не нравится. Ой, как не нравится Динамайк. Да, она сейчас тут могут закидать. Давай сюда, подверх, вверх. Я не уйду уже. Уйдёшь. Я Ниту убью. Почти. Бил? Нет, почти. Ну, уходим. Отстреливайся вот так вот. Так. Я убил ее. Отлично, тогда подходим к Динамайку аккуратненько. Я могу ультануть. 9 банок, да ну его нахер. А, ну ладно. Не будем преследовать? Да 9 банок, ну его в очко, поехали вверх. Он может нас убить, да, ну его нахер. Да там сейчас еще лестница уже. Блин, да, 500 кубков, да. Подожди, я зажат. Да ты шо? Я умер. Давай реванш. Не, мы вернем кубки тебе сейчас. Сколько? -6. Давай, сейчас топ-1 берем.
Да потому что мы зажались опять. Как вот мы играли, как играли раньше с тобой. Да зажались, конечно. Так ты видел, сколько банок у Динамайка, блин. Ну да, надо было сразу от него уходить и дальше. А там Фрэнк был, куда ты там уйдешь? Да Фрэнк халява для тебя. Идеал. Ну, нам надо было... Больше, да, но ты же что-то вправо ушел, надо было влево уже идти прям вместе, ну... Центр не идешь тут, Шелли? Ну, сейчас приду, сейчас, что там у тебя? Я там... Бля... Блядь, умер. Ну, ты где? Там меня Леон тут не пустит. Столько тебе. Людей добить можно было! Меня Леон не пускает. Ай, жесть! А-а-а! Вань, тут столько... Добить! Смотри, добить! Ты где? Я добивай! Убил, ты где? Сейчас Булл соберет банки. Все нормально. Я Булла послал. У меня тут пипец экшен происходит, но мне тебя не хватает для добития. О, я пойду Мортиса добью. Пипец. Можно? О! Да бля, они все убегают, не хотят подходить ко мне. Те, кто видел на моем канале, что сейчас происходило, вы понимаете, почему. Кстати, я потом перейду, посмотрю, что там у тебя. Недоволен. Сука! Аккуратно, не надо, зря. Да я им кусты поломал. Ну ладно. Он еще попадает даже. Собака, ты смотри, есть... блин, нельзя ему ульту дать. Так, аккуратненько. Сейчас. Ему примаку? Да. Давай, вот ждем. Блин, жаль, ты не джин. Может, я армянский джин. Так. Вот-вот, он наверху один. Давай, бегу. Он тут. Он там. Он на самом верху. А где он? Вот он. Ну, где твоя ульта? Ультанула! Ты чё сдох? Обязательно потом посмотри вот эту часть, что я творил. Что у меня происходило, а тебя не было рядом. Поехали еще. Давай вот не отходим. Окей. Не отходим. Просто там все были пострелены, у всех по 200-300 хитпоинтов, я их всех добиваю, другие подбегают, банки забирают, я такой, ты где? На, я понял. Ну, блин, я там с Леоном тусовался, не мог прийти. У меня тут жируха. Так. Ах. Блин, первый уровень Шелли, конечно. Другой игрок поджимает. Вот там мы опять без банок. Сейчас умрёшь. Нет. И я сейчас умру. Не умру, не дождешься. У меня ульта есть, у нас всего одна банка. Думаем, где мне кусты порубить? Ой, нет, жопа. Уходи, пожалуйста, уйди. Мансю. Пусть... Манси. 8-7. Я с ультой к тебе приду. 6-5. Сука, там кольц с ультой, имей в виду, он может прорубить нас двоих. Мне сейчас кого ультовать? Мне по-любому надо ультовать. Да зачем ультовать? Ну ультуй в примата, хер с ним. Ультуй. Подожди, я... А, тут... понял. Какой примат, я кусты тут. Так. Блин, он на скине. Блин, он на скине. Ну, у него скин типа. А, да, он с пассивкой. Интересно, у него 4 выстрела или что? А у меня первый уровень. Ты задолбал урон получать. Он ульту готовит, он ультанул. Что все за... мимо. Я примат? В центре пока стою, блин. Вон, я примат нашел. Так. Ну я пока подойти туда не могу, ультую, да. О, все, подлетаю, все, залетаем. Так, окей. А тут что? Ну, я туда... Я тут... О, это хорошо, розочка наша. Наша розочка. И сюда иди, я... срочно, сюда, там примат. Я с ультой. Ай, блядь, сука, больно. Ультанул. Ну вижу. Да, блин! Там примат с ультой, будь осторожен. Вот это 10 и 8 банок, пускай между собой как-то состыкуются. Они там сейчас... Вместе? О, да. Оп, сюда срочно залетаем. Так, минус... Ну? Давай, резко... этого... О, сука, я не смог. Ну, у меня первый уровень, слабенький. Еле выживаю. В топ-2. Сколько? Плюс 7 кубков. Ты понимаешь сейчас, какой контент мне сделал? Так, мне теперь придется 500 снова возвращать. Ну давай вернем, хочешь? Сейчас? Мы и так уже 20 минут играем. Ну да, не, стоп. Так, меняем, давай, вот так, поехали. Так будет попроще. Все, сейчас возвращаем. 3 кубка, то ты... Остановите его в комментариях, этот парень азарный. Да, это правда. А сейчас же уже по нижнему не делается, как раньше. Типа, так и что? Да нет, дело не в том, что по нижнему. У меня просто Шелли первый уровень, понимаешь? Ну, она слабенькая такая тетя вообще. Девочка. Красавчик.
Да, она... Джесси сейчас, короче, чехлы полетят. Ультанул! Я к тебе не приду и не зови даже. Почему? Потому что меня Дэрил убивает. Сука. Почему? Потому что у него ульта, он подкатил ко мне, даже не спросил. Аккуратно, в кустах там кто-то... Ну, ты же... Ой, нет! О, хорош, я думал, ты сдохнешь. Уходи, просто уходи, уходи, уходи. Все, отлично. Они сейчас три команды, по идее, встретились. Ультуй, ультуй в бо. Поздно, все, не надо, нельзя. Я эту Биби уже боюсь. Тут Биби, да. Ну тут можно ящики сломать, она здесь за ящиками стоит. Ой-ой-ой-ой. Понял, принял. Ой-ой-ой-ой. Да я выживу, я выживу. А, сука. Сука-сука, ай-яй. Только что два пузыря было, или мне показалось? Не-не-не-не, это Шелли. 3-2. Да я... Играем с огнем. Блин. Да-да, да лучше бы ты сюда стену сломал. Да норм, сейчас выйдем. Все, вышли. Да, вышли. Я так, вышел. Я надеюсь, что они убьют. Я буду тут стоять, мне похер. Фух, я думал, она мишку сюда ко мне выпустит. Я не знаю, что делать. Да, мишка Шелли в соло чуть не убил. 3-2. Да! Жесть. Минус 1. А у тебя сколько? Минус 4. Как хочешь. Я не хочу, отстань от меня. Не надо мне возвращать Брока. Блин, да надо было ультовать вправо, мы бы выжили. Ладно, ну как хочешь, короче. Антихолдик. Антихолдик. В итоге буст все равно прошел, 6007 кубков у меня. То есть мы с тобой бустанули 18 плюс 7. Плохая была идея брать на 500 кубков. Ну, мне пофанились, короче. Ставьте лайки, пацаны, с вас лайкосы. Вы чё, где лайки, за, не понял. За экстремальность, за этот вызов, брошенный холдик бестом, антихолдику, типа, давай на 500, и такой, давай. Ну, вот за это. Да. 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 Все, кончаем? Давай кончать. Да, кончать, давай заканчивать. Кончать. Я давно так, такие длинные ролики по Brawl Stars не записывал. А кто досмотрел до этого момента, напишите сосок бегемота. Сосок бегемота. Да. У меня тоже пишите сосок бегемота. Все, что ж, спасибо тебе за буст, Вань. Да, попрощайся. Ты мне придумал контент, теперь Брока на 500 возвращаешь. Видишь, красавчик. Вот, Реван, после холдика надо теперь, блин, наводить порядок на аккаунте. Будет чем заняться на досуге. Все, ребят, спасибо всем большое за просмотр. Всем удачи, всем пока, ты прощаешься? Да, всем пока, ребята. Пока-пока.